И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео, которое называется «Новогоднее приключение Каденс». Ну что, давайте начинать! Однажды в замке Каденс и Селестии все готовились к Новому году. Оставалось всего несколько часов до этого прекрасного, яркого и волшебного праздника. Каждый был занят своим делом, и каждый мечтал встретить Новый год. Принцесса Селестия отдавала всем приказы, а ее дочь Каденс, как обычно, капризничала из-за наряда. Дурацкое платье, дурацкий праздник, дурацкое все. Ай! Вот эта штука тоже дурацкая. Как меня все бесит, раздражает. Глупый праздник. Зачем этот Новый год вообще придумали? Почему нельзя было просто, не знаю, не праздновать его, например? Ваше Величество, точнее, Ваше Высочество, что вы такое говорите? Новый год — это один из самых волшебных, магически прекрасных праздников всего мира. Его празднуют везде, везде, везде. Вот прям везде, 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 везде. Вот я вам честно говорю. Я понимаю, что это очень важный праздник. Но он такой глупый. Подарки, вот это волшебство, всякая магия, предвкушение Нового года, всего самого хорошего. Я это вообще все ненавижу. Ох-ох-ох-ох. Кто знает, что было бы, если бы не было Нового года. Ну, я думаю, ничего серьезного бы точно не случилось. Но этот праздник, он из него столько суеты. Все что-то делают, бегают туда-сюда, наряды подбирают неудобные, некрасивые. Как я не люблю этот праздник. Но все равно мне придется стоять. Да, Ваше Величество, но поймите же, этот праздник, он ведь не просто был создан. Он всех нас объединяет. Мы все ждем наступления Нового года. Это же весело. Ага, очень, очень весело, конечно, конечно. Подрастете, скоро вы все поймете. Пока вы просто капризная принцесса. Я не капризная. Да, 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 конечно. Ладно, дайте-ка я вам дошью тут еще немножко, посмотрю, и вы сможете пойти к вашей матери, и ей уже высказывать все ваши капризы. Почему моя мама не может просто запретить этот дурацкий праздник? Ну вы совсем нахалка, извините, Ваше Высочество, конечно, но запретить Новый год это уже никто не может, поверьте мне. Никто не может, никто не может. Так, надоело! Ваше Высочество, все, я пошла. Дурацкое платье. Все, устала. Не буду праздновать Новый год. Устрою бунт. Все. Ваше Высочество, а ну-ка немедленно прекратить. Я, конечно, не имею права вами повелевать, но и остановить вас тоже могу. Да, 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 конечно. Сами носите эти дурацкие платья, сами одевайтесь красиво и сами празднуйте свой глупый Новый год. Я пошла. У меня есть много своих очень важных дел. Подождите. Глупая принцесса. Тоже мне Новый год, Новый год. Какой праздник, самый дурацкий, правда, праздник, по моему мнению. Вот не буду праздновать, буду сидеть или пойду посплю. Вот так вот. Хотя целый день спать тоже не выход. Что бы поделать? Так, может поиграть на пианино? Нет, тоже не вариант.
Надо подумать, что же мне делать в этот обычный день, никакой не праздничный день. Так. О! Пойду почитаю книжку, которую давно хотела почитать. Так. Нет, книжку читать я тоже не хочу. Что же тогда мне делать? О, давненько я не занималась магией. Что ж, думаю, самое время немножечко поизучать магию. Так, Ваше Величество, добрый день. О, здравствуйте, командир. А что вы мне сегодня можете рассказать? Ваше Величество, докладываю ситуацию на сегодня. Все готовятся к Новому году, веселятся и отдыхают. Все хорошо. Ну вот и прекрасно. Что ж, тогда, думаю, вам тоже надо идти отдохнуть и повеселиться. Раз уж... все рады веселяться, то почему бы вам тоже не отдохнуть, правильно? О, да, конечно, Ваше Величество. Спасибо. До свидания. До свидания. Как же много дел мне надо сделать перед Новым годом. Так, а где же моя доченька? Каденс! Каденс, подойди сюда. Ваше Величество. О, Рарити, добрый день. О, добрый день, Ваше Величество. Вы Каденс случайно не видели? О, нет, не видела. Я сама ее ищу. Наверное, у себя в комнате. А что, что-то опять случилось? О, да, кое-что случилось опять. Вот, я ей подшивала платье, дошивала там до конца... Ой, а она, как обычно, начала капризничать и говорит, что Новый год — это самый ужасный праздник. Это так на нее похоже. Когда же она уже поймет, насколько важен этот праздник? Видимо, только когда повзрослеет. Да, возможно, ты права. Что ж, подожди тогда, я сейчас ее позову и с ней поговорю. И заодно... она оденет платье. Ведь осталось уже совсем немного до Нового года, всего-то несколько часов. Так, кстати, подожди пока тут, я сейчас еще схожу кое-что проверю. Хорошо, Ваше Величество. Так. Ого, сколько вы уже подготовили. Вы просто молодцы. Спасибо, Ваше Величество. Вот, как вы и просили, тортики, пирожные и чай. О, Господи! Господи! Ой, Ваше Величество, простите меня, произошла небольшая проблема, мы забыли второй чайный сервиз. Сейчас все будет, подождите. Эпплджек, подойдите сюда быстрее. Да, что-то случилось? Мы забыли, извините. Так вот, мы забыли второй чайный сервиз. Пожалуйста, принесите его. Ой, да, точно. Ой, за ним же сейчас так долго идти. Думаю, мы успеем. Извините еще раз, Ваше Величество. Мы быстренько. Да ничего страшного. Можно и с одним чайным сервизом, в принципе, праздновать. Нет, Ваше Величество. Мы хотим, так скажем, извиниться и принесем еще не только чайный сервиз, но и пирожные занеси еще какие-нибудь. Да ладно, что же вы так волнуетесь, все в порядке. Я подожду. Как раз пойду пока проверю мою доченьку Каденс. Да, хорошо, Ваше Величество, хорошо. Заходите. Доченька, что ты себя так плохо ведешь опять? Мам, тебе что, опять нажаловалась Рарити, что я себя плохо веду? И просто доказываю свою точку зрения, что я ненавижу этот глупый Новый год? Доченька, успокойся, пожалуйста. Я понимаю, что тебе не нравится этот праздник. Но поверь, ведь большая половина людей
точнее, пони, любят этот праздник. Почему же ты его так не любишь? Что тебе в нем не нравится? Все дарят друг другу подарки, ждут этот прекрасный Новый год. Что тебе так не нравится? Ах, это дурацкий праздник, это дурацкая суета. Все мне не нравится, и подарки эти глупые. Доченька, успокойся, хватит все крушить. Или вообще будешь праздновать Новый год в кабинете? Ах, да хоть в кабинете с книжками буду праздновать. Ах, нужен мне этот ваш глупый Новый год. Лучше буду учиться, чем праздновать его. Доченька, пожалуйста, успокойся. И пойдем, ты уже наденешь это платье, и будем вместе праздновать Новый год. Нет, я лучше пойду прогуляюсь в библиотеку. Доченька, стой! Ах, неугомонное дитя. Что ж, пусть как хочет, пусть празднует Новый год как хочет. Не буду я за ней бегать по всему замку. Лучше пойду проверю, как там дела на кухне. Дурацкий Новый год, дурацкий день. Все что-то готовит, все что-то делает. Будь проклят этот день, как он меня бесит. Ладно, пойду в библиотеку, возьму себе книжку и буду просто читать. Буду просто читать. Аккуратней! Ваше высочество, простите меня, пожалуйста. Мы очень торопимся. Извините, извините, извините. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. Еще одно. Доказательство, что этот день просто глупый и просто дурацкий. Все куда-то носятся, все что-то делают. Никто не может спокойно посидеть на месте. Дурацкий Новый год. Вот, наконец-то. Библиотека. Дошла. Ладно, возьму книжку и пойду обратно. Да, вот так вот. Ребята, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. И, конечно, хочу вас поздравить с новым 2021 годом. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. С Новым годом!